Члены столичного филиала Ассамблеи народа Казахстана поддержали общереспубликанскую акцию. В формате круглого стола они поделились мнениями на тему «Конституция – залог единства народа Казахстана». В это же время участники из регионов собирались в домах дружбы. Представители этнокультурных объединений, члены Ассамблеи и профессиональные медиаторы говорили о роли главного закона страны в жизни каждого казахстанца. Разговор у нас был посвящен в рамках празднования 25-летия независимости нашего государства. Вы знаете, нам очень важно вот в преддверии этого большого нашего праздника вспомнить нашу Конституцию, ее статьи, что мы все являемся равноправными гражданами нашего независимого молодого государства, что мы все приверженцы основному закону нашего государства, Конституции Республики Казахстан.